Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил первому вице-премьеру Андрею Клюеву, а также министру энергетики Юрию Бойко подготовить дополнительные аргументы в споре с Россией о снижении цены на российский газ. Эта тема будет обсуждаться, в числе прочих, в ходе визита премьера Владимира Путина на Украину. Путин приедет в Киев 12 апреля, то есть день космонавтики. Украинцы хотели бы использовать данный визит, чтобы добиться пересмотра действующего контракта. Действующее соглашение о поставках газа было подписано в 2009 году при президенте Ющенко и премьере Тимошенко. Заложенная в нем формула предусматривает привязку к цене на нефть на мировых рынках. По словам Азарова, ввиду того, что цена на нефть продолжает расти, вопрос пересмотра формулы на газ для Украины является как никогда актуальным. На связи с нами сейчас Михаил Крутихин, партнер управляющей компании «Росэнерджи». Узнаем его мнение на этот счет. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. На фоне событий в Ливии цены на энергоносители и нефть и газ, насколько я понимаю, выросли. А почему бы, собственно, Москве захотеть делать для Украины, для Киева скидку в этом плане, как вы считаете? Какие аргументы могут киевляне выдвинуть? Я до сих пор не вижу, какие аргументы они могут предъявить, поскольку мы видим, что история повторяется. В апреле прошлого года они путем многочисленных усилий добились того, что Россия согласилась сделать им гигантскую скидку. Скидка это 30% от цены по контракту, но там есть ограничения, не больше, чем на $100 за 1000 кубометров. И скидка эта работала все последнее время, целый год. Ну, давайте, к примеру, в конце позапрошлого года Украина платила $208 за 1000 кубометров. В начале года, когда перешли на европейские цены, $305, а когда согласились в России на уступки, цена упала до $232. В последнем квартале была цена $253, а сейчас, конечно, цены растут и платить приходится больше. Но это все равно меньше, чем, например, платит Молдова, у нее $268. Или, например, Латвия, у которой $303. Поэтому Украина тут еще в привилегированном положении. То есть Украина в выигрышном положении прямо впереди всех, да? И даже при, может быть, потеплении отношений, да, при президенте Януковиче наблюдающемся, все-таки они не могут, по-вашему, рассчитывать на какую-либо скидку? Ну, вероятно, для этого надо быть белорусами, Лукашенко. Вот Белоруссия платит примерно $184 по сравнению с украинскими 200,5. Поэтому, ну, там «Газпром» приобрел фактически контроль над белорусскими транспортными сетями, а на Украине это пока невозможно. Спасибо, Михаил Иванович. Михаил Крутихин, управляющий партнер, партнер управляющей компании «Росэнерджи». Спасибо, Михаил Иванович. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ Плюс. Континент ТВ в ваших iPhone и iPad и на сайте tvrain.ru.